Mortis, Bringer of Doom! I'm really totally not getting a fracture bracelet! No! Feel my wrath! И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Дамирка! Дамирка, давай-давай-ка! Лайк поставь мне! Вот мой канал! И, ребята, мы играем в игру под названием Brawl Stars! Вы сегодня находитесь на историческом видео. Я согласен. И я просто захожу в магазин, и я вам не скажу, кого Донь. Ты жестокий человек. Ну, я просто Доню, смотрите. Просто вот так вот покупаю. Шутку понял. Ребята, я покупаю монетки, я молча буду. Просто не буду говорить, кого я куплю. Почему нет? Почему нет? Ну почему не? Просто... беру, покупаю монетки, вот так красиво они прилетают. У меня 10 тысяч монет. Ёлы-палы. Так я даже не знаю, кого же я куплю, давайте угадывайте. И, ребята, я покупаю серебряного Мортиса! Это мой второй серебряный скин! Ты шо творишь, лютый? Вот такой вот он крутой, ребята. И где же он, смотрите. Воу! Серебряный Мортис раз и серебряный Мортис два, а что? Вот тогда. А почему их двое мне дали? Вот это поворот! Не понял, а это как работает? Я не понял. Ну, конечно, возьму в цилиндре, мне дали два серебряного Мортиса сразу. Вот только везет, немногим. Это вообще что-то новенькое. Когда я Дэрила покупал, мне давали одного серебряного Дэрила. Вот он, один серебряный Дэрил. Почему два серебряных Мортиса, спросите вы? Объяснить этот факт действительно невозможно. Да потому что один серебряный Мортис в цилиндре, а второй серебряный Мортис просто, ребята. В принципе, логично. Ну тут, правда, не написано, что это серебряный Мортис в цилиндре. Потому что будет очень много текста. И это точно. Ребята, а сейчас я зову своих помощников, и мы пойдем играть за серебряного Мортиса! Так, ребятишки, мы идем броубольчик, футбольчик. За нас тик и лук, прикольно. Так. Блин, куда я побежал вообще? Что я натворил? На, блин, что так происходит? Что происходит? Блин, меня откинули. На. Это медведь. Я Лада А4 смотрю. Уходи, уходи, Мортис. Тихо. Я ухожу, ухожу. Тихо. Это медведь, тихо. Спасибо, аккуратно. Нет, аккуратно, убили. Так, блин, Байрон убил Лу, но мы живы, норм. А, ну сейчас чисто гол. Нет, если у меня интернет, конечно, лагать не будет. Блин, интернет бесит. Так, это медведь, погнали, Механя. Вот такой значок отправили, и все, идем. Тихо! Так, тихо, Байрон, я не понял, как он жив еще остался? Я же его вроде убивал. Тихо. О, обошли, чисто обошел, перешел, дал, ушел. Чисто Лу откинули, и нам сейчас гол забьют. Нормально нам гол забили. Денчик какой-то, номер 3. Сейчас ты сдохнешь у меня, блин. Все, я лечу. Все, погнал, пока. Попрощайся. Ага, Байрон лоханулся. Че, лоханулся Байрон? Да блин, надоели! Как убивают они? Я ж вроде бы остановил их. Как? Я просто ж был сзади. Каким макаром? Что, думаешь, жесткий такой, блин? Думаешь, жесткий такой? Вот на, блин. Ну, пас! Меня сейчас убьют. 6-6-6! ХП чисто. Сейчас будут твориться вещи какие-то странные. Потому что у меня 6-6-6 ХП! Есть, ребята! Я же говорил, 6-6-6 ХП помогло. Я забиваю гол. В последние секунды. Сейчас, если бы я не забил гол, мы бы проиграли. Ну, если мы, конечно, сейчас не лоханемся, то будет все нормально. Меня убили.
И сейчас Байрона убьют тоже. 3, 2 и 1! Дополнительное время, норм. Лу вышел, я тоже вышел. Я чисто здесь играю с Лу вместе, как тяжеловесы, типа. На, блин, чё ты мне сделаешь дальше? А чё теперь? А чё? А ничего, блин, я гол забью просто. Изи-пизи, 2 гола, просто. На изичах, и я еще и звездный игрок. Просто, ребята. Делать кубки, эх, вот так. Пальцем щелкать кубки в банк. Самый дикий, это факт. Мной гордился бы мой Мортис. Ну, ладно, ладно, все, хорошо. Ребята, мы берем другого Мортиса, просто вот такого теперь. Погнали. Ребят, ну это крутой чисто скин. Так, ребятки, я здесь, тихо. Интернет убивает, конечно. Чисто, как это. Ну, блохи убивают. Меня убил Динамайк. Так, давай, этот, Барли, еврей, ну давай, ты хоть не подведи, пожалуйста. Ну, мы ж так нормально играли, давай. Блин, он подвел нас чисто. А, ну я лагаю прекрасно вообще. Чисто, просто. Серебряный Мортис, который лагает. Вы такое видели вообще? Я, если честно, нет. На, блин, ладно, ладно, отступаем. Отступаем, я залагал опять. Ужасненько. Ужасненько. Это вот как это у пацана. Я понимаю, когда этот пацан мем придумывал по бралу, когда он делает, типа, ломает банку, а у него Мортис эту банку забирает. Вот реально ужасненько. Банку. А! Вау! 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 Чисто все, гол. Гол. Хе-хе, бой, Дамирка забивает голы. Чисто я супер Дамирка. Дамирка. Так, тихо. Тихо. Бэм! Салам. Всем салам. Со всеми, всем привет. С вами я, доктор Лали-Лали-Поп-Поп-Поп-Поп-Поп, у которого перед воротами залагал интернет, и которого сейчас это бесит, а вы спросите, Дамирка, чё ты бесишься? Да то, что они сейчас нам гол забить могут. Ну нет, если бы... Да. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Погнали. Сломанным интернетом идем в бой. Эх, жизнь такова, как ни крути. Сейчас убью. Чисто, чисто, уходим, уходим. Я же могильный пробудитель. Тихо, тихо, тихо. Обгинай был. А, ну ладно, ну ладно, ну ладно, допустим. Остановите ее, тихо. Забрал у пацанов мячик. Братан, уходи, давай, бей их. О, нормас. Чисто, это, самогончика дал нам Барли. Спасибо за самогончик. На, ну норм, типа. Мы сейчас выиграем, конечно, если нам гол не забьют. Но это они могут, в принципе, сделать на изи. Да, и они это сделали. Нет! Бой! Типичный я в это время. На! Сейчас я ее убью. Нет, не успел я ее убить, но мы выиграли. Изи бой, я звездный игрок. Изи бой, изи бой. Ебой. Ребята, ну что, вот такой вот серебряный Мортис. Надеюсь, вы поставите лайки и подпишитесь на канал Дамирка. Я столько приложил усилий к этому видео. Всем до новых встреч, удачи, пока-пока. Друзья, ставим лайки, подписываемся.